Короче, просто нажимаем Alt и начинается пиздец. Посмотрите просто, как она едет, пацаны. 234, 235 было, пацаны, увидели. Так, давайте. Тапливаю с места просто. Ебать его в рот, 229 просто за секунду. С ней гоняться на самом деле бесполезно. Ну, посмотрите, просто Бэха будет сосать за щеку два раза причем. Это при разгоне и при максималке, понимаете? Просто с места, смотрите, начинает ебашить. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сериал Один Холли Плей. Да, на шестом серии, пацаны, но сразу скажу, что я зашел сюда чисто записать видео. Я здесь, если что, играть не буду. Я играю только на первом сервере. Так, сегодня у нас будет обзор самой быстрой машины на проекте. Да, пацаны, не на сервере, а именно на проекте. Вы скажете, ебать, ты что гонишь? Ауди, типа, это самая быстрая машина? Да, пацаны, на данный момент да. Почему? Потому что эта машина баганулась. Каким образом? Она едет 234 км. Метра, пацаны, и разгоняется до 100 за 1 секунду и до 200 за 2 секунды. Поэтому, пацаны, с вас ставят на лайки и большое спасибо такому человеку, как Влад. В качестве благодарности я оставлю его ник и его промокод в описании, точнее в описании, наверное, в комментариях оставлю его, закреплю там и, если что, вводить его ник и промокод, ну, в качестве благодарности, в принципе. Так, думаю, давайте проедемся. Я проехался на ней пару метров, я уже на права сдал, в принципе, чтобы нормально управлять этой машиной. Мой ник легенда под буль, но не берите в голову, потому что я на шестом сервере играть не буду. Я оставлю IP только первого сервера и свой ник, короче. Все там будет в описании. На шестом сервере я зашел чисто снять видео про эту машину. Так, давайте проедемся, в принципе. Что с этой машиной не так, пацаны? Короче, она баганулась. Ну, как баганулась? Баганулся чип. Да, такое происходит. Это один, так сказать, шанс на миллион, потому что оно багается не у всех. Я помню, еще в 2016 году, пацаны, я ездил на Мерседесе, который просто трахал BMW, чтобы понимали, тогда еще чипов не было, как вы помните. И, блин, я просто охреневал. Я думал сначала, что это читы, но нет, пацаны. Если что, не я, не владелец этой машины, читы не используем. Я думаю, вы понимаете. Короче, просто нажимаем Alt и начинается пиздец. Посмотрите просто, как она едет, пацаны. Просто нажимать Alt, она сразу прыгает, и потом скорость, короче, сдувается у нее. Как бы, да, есть такая тема, в принципе. Но вы видели этот прыжок ебанутый. Я вот сейчас Alt не поджимаю. Если не поджимать Alt, то она просто едет спокойно, вот. 142 километра и все. Только поджимаю Alt, начинается пиздец просто, видите? Она начинает просто лететь. 179. Но мне владелец говорил, что она едет 234, но сейчас мы пробуем ее до такой скорости разогнать, в принципе. Так, 194. Я больше, в принципе, не вижу. Так, давай, малышка. Ну, 234, 235 было, пацаны, увидели. Было 235. Я думаю, вы это видели. Так, поджимаем снова Alt. Ну, он думал, что я с ней не справлюсь, но да, я немного въебался. Ну ладно. В принципе, я думаю, ничего страшного не будет. Я буду аккуратно. Ребок нету, если что. Поэтому, пацаны, блин, за такой контент с вас, пацаны, обязательно лайки. Видели? 235 было, пацаны, если что. Как бы, да, учтите. Поэтому, если что, это был не кликбейт. Да, действительно, это такой шанс на миллион. Да, оно бывает, бахается. В принципе, я не знаю, за это, по-моему, ничего не делаю, потому что, ну, это недоработки сервера, в принципе. Я думаю, это никак не профиксит, потому что это один шанс на миллион, понимаете? Одному игроку из тысячи, наверное, может так произойти. Так, разгоняемся по прямой. 207 было только что. Так, просто надо Alt поджимать, пацаны, и она ебашит просто. Ебашит, кашу, 225 было. Блять, это пиздец просто, реально. Это просто пиздец. Это самая быстрая машина на проекте. Именно на мазинке, чтобы понимали. Поэтому я думаю, это по-любому заслуживает, пацаны, царского лайка от вас. Ну что ж, в принципе, мы продолжаем ехать. Владелец купил ремку на всякий случай, а то, ну, понимаете, машина такая специфическая немножко, ебашит как дикая, поэтому... Сейчас посмотрим, как она с места. Давайте сейчас с места втулим. Давайте, чат выключу. Так, следующий 247, тут цены большие. Так, давайте, тапливаю с места просто. Ебать его в рот, 229 просто за секунду. Просто, блядь, за секунду, серьезно. Да, мне, в принципе, похуй на эти штрафы, но я лучше не буду их хватать, а то мало ли что. В принципе, да. Пацаны, блин, если вы увидите эту тачку на шестом сервере, ух, 2280, что номера. Вот что-что, но ух, это именно про эту машину, пацаны. Прям реально от него охуеваешь, именно охуеваешь, я бы сказал даже. Серьезно, тачка реально ебашит, просто как ебанутая. С ней гоняться на самом деле бесполезно. Ну, смотрите, просто Бэха будет сосать за щеку два раза причем. Это при разгоне и при максималке, понимаете? Просто с места, смотрите, начинает ебашить. Это если что, Alt поджимаешь. Если Alt не поджимать, она будет ехать, ну, как обычная, в принципе, Audi, если что. А это из-за того, что на ней такой
чип поставился, что он ебанутый, понимаете? Он просто ебанутый. Я как бы думал, когда в 2014 году, думал, что это типа чит у него стоит. А когда я сам проехался, и сзади меня ехал Тимоха на моей BMW, и мы поняли, что, блядь, это баг просто был тогда тоже. Она ехала там, ну, километров 200, наверное. Мерседес Е63 просто обгонял BMW. А здесь получается, что как-то чип баганулся, и в итоге эта тачка ебашит, как ебанутая, понимаете? Не знаю, что это, за это будет владельцу, но, скорее всего, ничего не должно ему быть, я думаю. Но, возможно, это его тачку просто профиксят, чего бы не хотелось, потому что тачка реально, ну, достойная. Она интересная тем, что она ебашит, понимаете? Видите, чип как-то по-разному срабатывает. Он то срабатывает, то нет. Вот, сработал. В принципе, так, еще раз поджимаю, сработал. Нет, не сработал. Видите, он как-то странно. С нитро, походу, он не работает. Если его поджимать, он плохо работает с нитросиком. Давайте сейчас по трассе еще раз прохватим. Я стараюсь не разбить машину. Минусы этого чипа в том, точнее, этой машины, из-за того, что она ебашит, минус в том, что вы будете часто разъебываться, если, тем более, она у вас будет первый день во владении, как бы. Я не думаю, что он ее будет продавать, но хотя бы штрафы приходят тебе. А, ну это да, в принципе. Пацаны, 235 я на ней разогнался. Вы понимаете, что... Я думаю, вы понимаете, что это очень жестко. Это реально очень жестко и пиздец, просто, блядь. А, я не удержал ее в повороте, бля. Так, не, ну блин, это классно. Вот мне интересно, кстати, на ней было бы прыгнуть, трамплин. Бля, под конец, может, и прыгнем, пацаны, не знаю, посмотрим сейчас. Бля, хуёвая тема, ёбаный в рот, ебать. Просто, бля, такая пушка, реально пушка, блин. Вот мне бы эта машина очень нужна была бы на 01 сервере. В том плане, что я люблю ебашить, и эта машина ебашит. Это именно то, что мне нужно. Так, я ему, у него спросил, он будет не против, если он, ну, если мы попробуем перелететь в мост Южного. Окей, бля, это будет очень интересно, помните, как я на Мурке перелетал? Кто смотрел все серии Мурка в деле, тот поймет. А здесь, я думаю, она просто улетит в космос. Она на серию твоя. А, окей. Это хорошо, просто я думаю, да, это классно, я показал, как она едет, в принципе. Но я думаю, вам интересно всякие экспериментики сделать, типа прыжок, например, Мурки в деле. Ну, я его так называю, в принципе. Только надо ремку. Ну, сейчас ремку купим. Просто мы в воду улетим, скорее всего, я думаю, поэтому ремка нам не пригодится, блядь, тормози нах. Да, тормоза, конечно, у него вообще ни о чем, на самом деле, из-за скорости, потому что остановить ее со скоростью 230 довольно-таки очень трудно. Я ее купил и все. А, ну, понятно. Но он ее, в принципе, такой купил, это не он ее, ты ее пил и... Она так ехала, или ты ее лично тюнил? Давайте спросим, я думаю, вам это будет интересно, в принципе. Так, короче, он ее купил за 3,6, а он предлагал ее за 3,3 и набавил за 200 тысяч, пока я бис продал. Зато самое быстрое. Ну да, в принципе, это нормально. Или просто, блин, я охреневаю этот разгон, просто пиздак нахуй и все. Блять! Ебать, это было ювелирно просто. Бум. Ебать, пушка, нахуй. Блять, я просто реально готов каждый день на ней ебашить просто, понимаете? Реально на ней очень приятно ебашить. Просто она с места прям ебет просто. Ебет и мечет просто, понимаете? Так, давайте с места пробуем ебануть. Потом поедем уже на горку. Тут под конец уже прыгнем. Да, видос, по сути, будет не длинный, но зато, я думаю, информативный, пацаны. Запоминайте эти номера, запоминайте эту машину, запоминайте это владелец. Я думаю, он ее не продаст, потому что, ну, блять, если он ее продаст... Да, блин, он будет реально глупым человеком, потому что, ну, без обид, Влад, если что, потому что реально тачка эксклюзивная просто, по сути, единственная в своем роде. Не, может, на каком-то сервере есть тоже такая машина, но я, по крайней мере, об этом не знаю. Но 235 км в час, пацаны, ну, это сильно, я думаю, вы сами понимаете, поэтому с вас обязательно просто лайк. Ну что ж, вот мы и приехали на эту гору, в принципе, сейчас будет жестко. Давайте напишем готов, сейчас будет пиздец. Так, давай, ускорение, ускорение, ускорение. Ебучий случай, давай, 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 давай. Бля, ну она, да, она дальше, чем Мурка улетела, но, в принципе, по сути, это ей не помогло. Адский разгон нам пизда, согласен. Не, ну, в принципе, неплохое завершение, я все-таки проверил, как она прыгнет, далеко или нет. Да, она улетела дальше, чем Мурка, но чип как бы особо не сработал, наверное, из-за того, что мы как-то боком летели. Ну, ничего страшного, в принципе. Я думаю, самую основную суть вы поняли, что эта тачка ебашит, и она самая быстрая на всем проекте Amazin Roleplay. Я думаю, это всем понятно и ясно. Если что, играю на первом сервере, напоминаю, я чисто сюда зашел на 6-й сервер записать видос. Большое спасибо Владу, вот этому человеку большое спасибо, в принципе. В качестве благодарности я оставлю его ник и промокод в комментариях и закреплю их. Поэтому, кто хочет увидеть его ник и промокод на 6-м сервере, кто играет. Все, всем спасибо за просмотр, с вас обязательно лайк. И всем пока-пока.